О чем мы сегодня будем говорить? Ну, во-первых, так как я, возможно, это видео выставлю в YouTube или в Facebook, я думаю, я вначале себя просто представлю, чтобы если те, кто, может быть, смотрит, не знают меня. Меня зовут Виктор Шефер, я владелец компании VS Solutions. Я работаю в сфере ипотек, страхования и инвестиций. В моей организации работает 10 человек, и я в Канаде нахожусь на 25-м месте, в своей провинции на первом месте. Просто почему я это говорю, чтобы, может быть, люди, которые будут смотреть это видео, немножко стали доверять, что презентер, может быть, и знает, о чем он говорит. Так, о чем мы сегодня будем говорить? Давайте вначале поговорим о статистике. Я думаю, это было бы очень важно поговорить о статистике. Прежде чем мы поговорим, я хотел бы один скрин перекинуть на эту сторону, чтобы мне было легче. Окей. 65% канадцев живут от пейстап до пейстап, от пейчек до пейчек. Что это значит? Что если человеку в пятницу не зашли деньги, он уже не в состоянии оплачивать какие-нибудь... то человек уже не в состоянии заплатить, например, за рент, или за какой-то там, за кредит за машину, или за моргидж. 65% у нас в Канаде, 75% американцев. У американцев еще ситуация похуже. Также, если мы немножко поддадимся в статистику, для меня просто важно показать вам, насколько мы все стали финансово зависимы. Не то, что независимы, а зависимы, насколько основная масса людей находится в тяжелом финансовом состоянии. Потому что об этом мы сегодня и будем говорить. Как туда не попасть, или если вы уже там, как оттуда выбраться. 35% в среднем канадцы 35 лет назад, примерно, да, скажем, 35 лет назад, в среднем 20% они откладывали на пенсию, может быть, или какой-то инвестмент. В наше время это только 4%. Обратите внимание, за какое короткое время раньше откладывали 20%, сейчас мы откладываем только 4%. 49% миллениалов, это молодая генерация наша, да, они тратят больше денег в ресторане, чем они экономят, скажем, на школу или на свое будущее. И сейчас пойдет одна тема, которая будет не очень приятна. Я сразу хочу извиниться, может быть, за это. Темы будут сегодня очень, может быть, такие прямые, и, знаете, они, может быть, будут вам немножко резать уши. Но я считаю, это так должно быть, да, потому что если вы финансово тяжело, я не говорю, что все, наверняка здесь достаточно много людей, которые участвуют в этом сейчас Facebook Live, у которых с финансами все хорошо, и в семье все хорошо. Но... моя цель – довести до тех, у которых как раз проблемы с финансовой стороны. И если ты в этой ситуации находишься, ну, значит, так как ты себя вел до сегодняшнего дня, было неправильно. Поэтому не мешало бы прислушаться к совету, как из этого избавиться. И одна из тем, конечно же, которая... сегодня мы говорим о финансах между мужем и женой, как бы в семье, конечно же, тема разводов. И в Канаде 50% или в Америке 50% людей разводятся, у каждой вторая семья распадается. И номер одна причина, первая, number one reason, почему семьи разваливаются, это финансовые проблемы. Поэтому я считаю, что эта тема очень актуальна, особенно сейчас, в ситуации с ковидом, многие клиенты попали в тяжелое финансовое положение, многие клиенты потеряли работу, и у многих получаются как бы финансовые проблемы в семье, а если там финансовые проблемы, начинается разногласие, начинаются ссоры. И, конечно же, в конце концов, это доводит до развода. И сейчас уже доказано, что по статистике, что благодаря этому карантину и все, что мы сидим там по домам, развод будет просто through the roof. Потому что люди слишком часто себя видят. Раньше они так часто себя не видели. Может, только видели, пришел с работы, увидел жену, она ушла на работу. А теперь ты видишь ее постоянно, или она тебя, и вот это может быть не всегда хорошо. Должно было быть хорошо, но так как человек к этому не привык, и потом еще добавляются финансовые проблемы, и это доводит до развода. Знаете, я также считаю, один пункт очень важен. Когда делаешь такую презентацию, ты должен делать то, что ты говоришь. Да, вы знаете, что очень много книг написано, даже, скажем, как сохранить семью, там, предотвратить развод, людьми, которые разведены. И я считаю, что человек, который... сам не живет этой жизнью, про которую он говорит, он не может делать презентации. Ты не можешь делать презентацию, если ты сам, скажем, о разводе, а ты сам уже разведен. Ты, может быть, на этом научился, разобрался, но все равно, в конце концов, это неправильно. Я считаю, я квалифицируюсь на эту презентацию. Во-первых, я работаю в финансовой сфере уже 20 лет в Канаде.
и столько же, и 9 лет поработал в Европе. 30 лет женат, финансово независим, жена меня любит, и я ее тоже, после 30 лет. Вот, поэтому я думаю, что я квалифицируюсь на сегодняшнюю презентацию. Так, один очень важный пункт. Знаете, мы всегда очень часто сравниваем с кем, скажем, с кругом, в котором мы общаемся, да? Это может быть хорошо, но это также может быть и плохо. Или когда общаешься с людьми, начинаешь так радикально говорить, как им надо менять свою жизнь, чтобы они вышли из финансово тяжелого положения, то они говорят, это ненормально, меня засмеют или еще что-нибудь. Знаете, тут вопрос напрашивается, хотите ли вы быть нормальными? Знаете, что нормально? То, что нормально, это не значит, это правильно. Смотрите, что творится сейчас в этом мире. Многие вещи, которые сегодня говорят нормально, только потому что society говорит это нормально, это не значит, что это нормально. Но то же самое и здесь. Если мы говорим, вы говорите о нормальных людях, знаете, что значит нормально? Нормально, это значит, вы живете от печек до печек, что у вас проблемы с финансами. Это нормально. Нормально, значит, что вы едите не хорошую пищу, как бы нездоровую пищу. Это тоже нормально. Нормально, что у вас проблемы с весом. Это тоже нормально в наше время. Нормальное явление, если вы развелись. Это нормально. И нормальное явление, что у вас финансовые проблемы. И вот тут вопрос напрашивается, хотите вы быть нормальными? Или, может быть, было бы лучше быть немножко ненормальным? Поэтому я думаю, вот на эту тему я сегодня хочу как раз поговорить, что то, что мы считаем нормальным, это не значит хорошо. Потому что если эта нормальная жизнь не доводит нас не до хороших результатов, скажем, плохая еда, до болезни и так далее, или плохие отношения финансовые в семье до развода, значит, не мешало бы нашу жизнь немножко поменять и стать думать ненормально, нестандартно. Это, может быть, сохранит наше здоровье, наши финансы и нашу семью. Я считаю, что здесь, конечно, знаете, такой аргумент может прийти, что люди скажут, да, но есть разница. Вот у кого с финансовыми проблемы, вот они себя ведут неправильно. А те, у которых там миллионы, у них все хорошо. Знаете, это не так. Знаете, что очень много людей, которые очень много зарабатывают, у них те же самые проблемы, только они немножко другого уровня. Да, я просто вам приведу пример. Тут пишут, люди не могут подключиться, но я, к сожалению, не могу ничего сделать. Потому что я это провожу в своей группе, и, скорее всего, они пробуют, может, подключиться через мой personal канал. У меня personal канал уже закрыт, потому что там 5000 людей, я набрал их, и я не могу там уже никого принимать, поэтому в будущем Facebook Live буду делать только через свою группу. Поэтому просьба, если что, вашим друзьям и знакомым советовать, чтобы они присоединились к моей группе. Окей, давайте продолжим дальше. Обратите внимание, например, человек, у которого маленький доход, он может финансово неправильно себя вести тем, что он постоянно в Макдональдсе или постоянно в Тим Хортонсе. И он тратит достаточно много денег, а потом удивляется, куда деньги подались. Человек, который побогаче, у которого финансовые проблемы, он постоянно в Старбаксе, и он постоянно, может быть, ходит по ресторанам, по каким-нибудь крутым стейкхаус. То в конце концов, у них разные доходы, но у них одни и те же проблемы, потому что один тратит мало, а у него этого даже нету, а другой тратит много, а у него так много нет. Поэтому я считаю, что в конце концов, тут речь идет не о том, как ты зарабатываешь, а как ты себя финансово ведешь. Знаете, если человек себе может разрешить, когда мы делаем моргиджи, мы людей квалифицируем на определенную сумму. И я своих сотрудников учу так, чтобы они были как бы, ну, fair клиенту, да, что они говорили ему, смотри, вот твой максимум, но мы советуем все-таки, вот это твоя максимальная цена, чтобы ты мог себя хорошо чувствовать, мог еще кушать и пить и отдыхать. Если мы скажем ему 300, а он купит за 400, конечно, у этого человека проблемы. Теперь, скажем, с другим человеком разговариваем, и он квалифицируется на миллион, и мы говорим, максимум, что ты квалифицируешься, это миллион, а он купит за 1 300 000, у него тоже будут финансовые проблемы. В общем, в конце концов, знаете, тут речь идет о том, как по отношению к твоим доходам, какие у тебя расходы. Вот это вот отношение, оно как раз играет роль, какое будет ваше будущее, финансовое будущее. Один пункт очень важен, потому что сегодня все-таки тема финансов между мужем и женой, да, и как бы между таким partnership отношения. Я считаю, что вот эта тема финансов должна была обговорена быть до того, как вы поженились. Да? Потому что это очень важный фактор. Знаете, эта поговорка «с милым и в шалаше рай», она может быть и работает, но она работает короткое время. В конце концов, long term, когда начнется жизнь, каждодневная жизнь, когда у вас начнется там работа, дети и финансовые проблемы, вот эта поговорка «с милым и в шалаше рай» не всегда работает. Да? И поэтому я считаю, что эти темы финансов надо заранее обговаривать. Потому что в тот момент, когда вы одеваете кольцо, в этот момент вы одели все долги вашего партнера себе.
да, или наоборот, если у него есть имущество, его имущество. Конечно, я считаю, что жениться надо по любви, да, это очень важно. Но просто надо понимать, что вот эти вот пункты не мешало бы заранее обговорить, да, потому что это, я считаю, очень важно. Вот недавно Елизавета проводила ивент насчет брачных контрактов. Честно скажу, я против этого. Да, брачные контракты, заранее ты уже делаешь контракт, потому что если ты разведешься, кому что принадлежит, я против этого. Раньше такого не было, я немножко старой закалки. Поэтому я считаю, это просто надо заранее обговорить и не до этого, чтобы до этого даже не дошло. Вот. Знаете, я иногда провожу ивенты для детей, да, для маленьких детей или маленьких, или среднего возраста. Я тут проводил тоже ивент для детей так примерно от 12 до 18. И я так шутку сказал, хотя в каждой шутке есть доля правды. Я говорю, прежде чем вы скажете «да», да, скажем, чтобы жениться, не мешало проверить кредитную историю. Почему? Потому что то, что там творится, это будет твориться в вашей финансовой жизни. Поэтому это не значит, что это нельзя поправить. Но это надо проверить, надо обговаривать, и к этому надо быть подготовленным. Но после того, как вы поженились, я считаю, все, it's over. Разбежаться это каждый может, но тут надо держаться. Тогда в этой ситуации все, вы поженились, теперь давайте разбирайтесь, где что происходит, почему происходит, и делайте финансово правильные решения, чтобы семью сохранить. Я, честно сказать, против того, если, конечно, там physical abuse или еще что-нибудь, это другой мир, да. Но я считаю, что в таких ситуациях надо эту проблему обговаривать и решать, а развод это уже последний степ. И что интересно, что банкротство и развод, они идут руку в руку. Знаете, о чем это говорит? Что когда у человека финансовые проблемы, и он при банкротном состоянии, они очень близко и у развода. Почему? Потому что это постоянный стресс, это огромный стресс. Знаете, финансовый стресс, я уверен, что вы со мной согласитесь, финансовый стресс это не что-то простое, это не игрушка, это огромная проблема. Деньги это не все, но это очень важный фактор в нашей жизни. Поэтому я считаю, что это очень важно предотвратить. Знаете, у меня недавно был, не то что недавно, у меня был один клиент, нормальная семья, все, и дело дошло до развода, были финансовые проблемы, дело дошло до развода. И в один прекрасный день я увидел этого человека в Тим Хортонсе. Я его не узнал. Я его увидел в Тим Хортонсе, подчеркиваю Тим Хортонс, окей, не Starbucks. Я его не узнал, потому что он был homeless. Он был обросший, он был с такими, ну, bags, да. Он стал бездомным человеком. Что я хочу этим сказать, что как ситуация бывает, вроде нормальная семья, все было хорошо, началась с финансовых проблем, дошло до развода, в конце концов, ну, человек просто уже не справился с этим и сдался. И это может, знаете, мы можем, конечно, судить этих людей, да, у него силы воли нет или еще что-нибудь. Знаете, очень много людей, которые в своей жизни попали в такое положение не потому, что они плохие люди или у них нет там силы воли, а потому что у них произошел какой-то life-event, и это им просто сломало, их просто сломало. Поэтому я всегда осторожен с тем, чтобы кого-то судить, потому что никогда не знаешь, где ты сам завтра окажешься. Теперь, если у человека появились финансовые проблемы, то в этой ситуации нужно быть радикальным. Понимаете, тут нельзя медленно эту ситуацию решать, да? Потому что это как рак. Если вам поставили рак первой степени, ну там, может быть, можно как-то еще расслабиться. Но если у вас уже рак четвертой степени, там нету возможности расслабиться. Там надо идти радикально. Там ты твоя жизнь должна стать на голову, правильно? Поэтому то же самое в финансовой сфере. Если у вас маленькие проблемы, то, может быть, и можно медленно им заняться. Но если вы уже имеете серьезные финансовые проблемы, тут надо работать радикально. И многие пункты, которые я сегодня буду говорить, вы, может быть, думаете, что это ненормально, но я еще раз повторюсь, или вы скажете, там, если я это буду делать, мои все друзья меня высмеют. Who cares? Ваших друзей не интересует ситуация, когда вы попадете в такое положение, что вы потеряете семью. Может быть, даже некоторые еще и злорадствуют. Поэтому ваша цель заботиться о своей семье и забыть про ваших друзей, что они скажут и что они подумают. Поэтому я считаю, что очень важно вашу жизнь полностью перевернуть и поставить на голову. Вот Дэвид Рамзи, я очень уважаю этого человека, я и курс его взял и получил designation financial coach именно от его university. Мне нравится, как он один раз сказал. Он сказал так, что если у вас финансовые проблемы, вы можете видеть ресторан с внутренней стороны, снутри, только если вы там работаете. Как бы если у тебя серьезные финансовые проблемы, тебе делать нечего в ресторане. Ты можешь там находиться только если у тебя финансовые проблемы. И
знаете, это должно быть действительно, ваша жизнь должна быть ну просто crazy экономичной. Да? Я объясню сейчас некоторые пункты. Есть такие 7 baby steps, как выйти из тяжелого положения и дойти до такого, что не только вы освободитесь от долгов, но еще и начнете зарабатывать и копить на пенсию, и еще и помогать другим. Но это должно быть так, знаете, что ваши дети от вас будут убегать, потому что они будут бояться, что вы их хотите продать. В шутку, конечно, да. Это должны быть радикальные изменения в семье. Окей, вижу, человек разобрался, который не мог ко мне попасть, зашел. Все, спокойнее тоже. Да, в общем, об этом мы сегодня как раз и поговорим. Одна из первых проблем, где могут начаться long-term проблемы и дойти до очень печального исхода, это когда, знаете, в семье такие речи идут: это мой доход, а это мой доход. В семье нет моего и твоего дохода. В семье есть наш доход. Я, например, в своей семье никогда не позволил себе бы сказать, что это мой доход, только потому, что моя жена одно время там с детьми дома находилась и так далее. Я считаю, что это очень неправильно. В семье нет моего или твоего дохода. Во-первых, почему это важно? Вы должны знать, что вообще происходит. Если у вас отдельный доход, и у вас отдельный, и вы это между собой как-то не связываете, вы даже не знаете, что происходит с вашим партнером или с вашим мужем. У меня были ситуации, когда люди были у меня в офисе, я проверял кредитное бюро, я говорил, какие у них там долги. Они смотрели друг на друга, как будто один человек с Луны упал. Да? Почему? Потому что они даже не знали, какие долги у одного или у другого человека. Когда такая картина происходит в семье, это только вопрос времени, когда это печально закончится. Особенно, если один человек не может себя правильно вести с финансовой стороны. Я считаю, что в семье должен быть всегда кто-то один, кто это тянет. И это должен быть тот, не тот, что я мужской пол, я хозяин, или женщина там, я хозяйка. Это должен быть тот человек, который финансово правильно себя ведет. Вот тот, который имеет пользоваться деньгами, должен перенять контроль над, скажем, семейным кошельком. И тогда это будет уже идти в правильное русло. Знаете, у меня тоже была одна ситуация недавно, да, когда ко мне пришла одна молодая женщина и сказала, что у них дошло до развода. И началось это после того, как она родила ребенка, и муж стал ее постоянно упрекать в том, что она сидит дома и не работает. А она говорит: я там уже начала все делать, и подрабатывать, и за собой следить, и все, чтобы все было довольно. В конце концов, скажем, дошло до развода. Знаете, я вам честно скажу, у меня ноль респект перед таким человеком. Я считаю, это вообще не мужчина. У него, я не знаю, как его назвать, этого человека. Как можно обвинить женщину, свою жену, в том, что она сидит дома, если она родила ребенка? Ну, роди ты и сиди дома. Знаете, вот просто на таких ситуациях, когда встречаешься, просто головой мотаешь, думаешь, до чего все-таки некоторые люди опускаются. Просто морально опускаются. Это я считаю, это уже, ну, это для меня, это, я перед таким человеком не могу иметь респект, который такие комментарии или такой коммент сделать может своей жене. Один из самых первых пунктов, которыми можно решить финансовую проблему, это начать разговаривать. Понимаете, проблема в том, что часто бывает, муж и жена между собой не разговаривают. У них у каждого свой мир. Уже финансовые проблемы и все, ругаются, но они не разговаривают, они не пробуют эту проблему решить. Это невозможно финансово, такого не должно быть. Это первый пункт, которым вы должны заняться, это начать между собой разговаривать. Сесть и открыто говорить, не пробовать эту картину сделать красивее, а как она есть. И тогда вы начнете уже, может быть, идти в правильную сторону. Но пока вы не начнете между собой разговаривать, конечно, ни к чему хорошему этому не приведет. И вы должны прийти к общему знаменателю. Да? Если вы в конце концов, после всех разговоров, все еще полностью расходитесь с вашим мнением, но тут будет, конечно, тяжело. И тут, я считаю, должен в конце концов перенять руль тот, кто финансово, в финансах лучше понимает, а не тот, кто только потому, что какой-то статус, может быть, имеет. Почему? Потому что самая большая проблема, если с людьми разговариваешь, у которых финансовые проблемы, они говорят: да, у меня проблемы с доходом, я там мало зарабатываю. Нет, проблема не с доходом, проблема с твоими долгами. Проблема, знаете, есть у меня есть клиенты, которые зарабатывают маленькие деньги, у которых маленький доход. Но они финансово независимы, у них все есть, у них нет каких-то долгов, кроме моргиджа.
А потом я вижу других клиентов, у которых огромные доходы, ну просто огромные. Оба работают, у обоих большие доходы. И когда я заглядываю в кредитное бюро, я просто за голову берусь и думаю, боже мой, как вы вообще, как вы умудряетесь эти долги выплачивать? И иногда поражаешься, даже бывает, у меня уже были пару раз ситуаций, где я клиентам давал комплимент, хотя они были в долгах, как в шелках. Я просто спрашивал, я говорю, слушайте, у меня вот вопрос, вот у вас там 150 тысяч unsecured debt, это не mortgage, да, это другие долги, кредитные карты и так далее. Как вы умудряетесь это вообще выплачивать? Ну, как-то они умудряются. С такими людьми, конечно, их можно легко направить в правильное русло и проблему решить. Почему? Потому что у них большой доход, им надо только решить проблемы с расходами. А когда у тебя маленький доход, то есть та же самая картина, только немножко в маленьком формате. Первый пункт, которым вам надо заняться, я знаю, что сейчас многие сразу опустят руки, скажут, ерунда это все, не работает, мы пробовали. Это не ерунда, вы просто не пробовали правильно или действительно не поставили себе это как цель. Это бюджетинг. Вы не можете выйти из финансовой долговой ямы без того, что вы будете делать бюджет. Вы должны знать, куда у вас идут деньги. Пока вы не скажете, это не проверите, пока вы не сделаете это в письменном виде, вы не сможете выйти из долговой ямы. Только так грубо сказать, знаете, вот когда мы делаем программу All in One, я считаю, что это идеальная ипотечная программа, лучше, чем любая другая программа, какая ипотека, которая есть на канадском рынке. Вот когда мы делаем All in One, мы клиенту отправляем форму, чтобы они заполнили свои доходы и расходы. Почему? Потому что когда мы с ним разговариваем, какой у вас доход? 6 тысяч. А какой у вас расход? 3 тысячи. После того, как мы отправляем форму клиенту, и он ее заполняет, все доходы и расходы, оказывается, доход у клиента может быть действительно 6, но расход не 3, а может быть 4,5, а может быть и 5,5. Почему? Потому что клиенты многие расходы не учитывают, потому что они годовые, может быть, одноразовые и так далее. Поэтому я считаю, что очень-очень важно, чтобы люди начали делать бюджет, тогда вы поймете, что происходит. И если вы думаете, что это не сработает, ну да, одно могу сказать, ваше поведение до сегодняшнего дня тоже не сработало, значит, вы не были в таком тяжелом финансовом положении. Но раз вы не можете, раз вы в таком положении находитесь, значит, надо что-то менять. Тогда не мешало бы, может быть, прислушаться. Знаете, это как в кухне, если там человек делает шоколадный торт, да, и после третьего раза он все еще отдает, я не знаю, там, лимоном, но, может быть, не мешало бы тогда поменять рецепт. Да, потому что четвертый раз это опять же будет шоколадом отдавать. И в пятый раз тоже. Значит, надо поменять что-то. Вот то же самое в финансовой сфере. Если вы будете делать всегда одно и то же и не поменяете свое поведение, вы просто не сможете выйти из этого положения. И очень важно это все делать в письменном виде. Знаете, это не сработает на словах. Вам надо это делать в письменном виде. Вам надо записать все ваши расходы. Это очень просто. Возьмите ваши аккаунт-стейтменты. Если у вас joint, это очень легко. Если у вас отдельный, то это плохо. Тогда придется вам сесть вместе, отдельные аккаунты поставить, между собой положить и посмотреть все ваши расходы, и их записать. И когда вы посмотрите на это, вам уже будет легче, вы даже поймете, что происходит с вашими деньгами. Знаете, сейчас вот в Manulife, например, где All in One мы делаем, да, у них там сейчас есть такой новый апп, который говорит вам точно, сколько вы тратите там на еду и так далее. Это неплохо знать, потому что часто люди думают, ну что там, в Starbucks один раз в день или там в ресторан там раз в неделю. Но в конце концов, когда ты все это посчитаешь, выходит огромная сумма. Да, поэтому я считаю, когда вы это делаете в письменном виде, вам поможет с этими проблемами разобраться. И также очень важно знать, что бюджетинг не работает в первые 90 дней. То есть, если вы начнете сейчас это все записывать и будете пробовать все правильно вести, экономить и так далее, первый месяц у вас не сработает, второй и третий не сработает. И поэтому очень многие люди после первого, второго месяца сдаются, говорят, это не работает. Это доказано по статистике, что это не сработает. Но в четвертом месяце вы будете видеть первые результаты. И очень также важно понимать, что бюджетинг – это не одноразовая процедура. Вы заполнили, вот так мы будем сейчас жить. Нет, вы должны постоянно пересматривать и смотреть, что вам нужно менять. Может быть, где-то надо делать кое-какие поправки, если это не работает, как вы до этого сделали. Очень важно, если вы делаете, если вы дошли до того, что вы скажете, окей, мы сейчас вместе будем выходить из долговой ямы. У вас должен быть joint аккаунт. Вы не можете иметь отдельные счета. Это просто не работает. У вас должен быть один аккаунт. И в этом отношении мне нравится моя All-in-One программа. Да, потому что там один аккаунт.
Все деньги заходят, все деньги выходят с одного и того же счета. И это как раз и выплачивает ипотеку намного быстрее. Но это сегодня не тема, поэтому на эту тему не буду говорить. Но в любом случае, я считаю, что это очень важно. Это первый степ. Если у вас separate accounts, вам надо будет открывать один общий счет, чтобы вы оба видели, что там происходит. И идеально было бы, конечно, чтобы такой был счет, что вы каждый день видите апдейт на вашем мобильном телефоне. Да, есть специальные такие приложения, там видно каждый день ваши доходы, ваши расходы. Если вы тратите больше, эта программка вам говорит, что вам не мешало бы начинать себя правильно вести, потому что вы больше потратили, чем вы на самом деле заработали. Извиняюсь, немножко проблем с горлом. Вот, поэтому... И также очень важно время. Знаете, нет такого, если вы уже в тяжелом, знаете, то же самое, как с раком. Да? Если человек заболел раком, он не заболел вчера. Это была долгая процедура. Некоторых это, конечно, человек не может против этого ничего сделать, но очень многих это их поведение в жизни. И мне, может быть, было 10 лет, и только сейчас это вышло. Да? То же самое с финансовой стороны. Если вы вели себя 10 лет неправильно, вы не поменяете это с сегодня на завтра. Это долгая процедура, как говорят, это долгие роды. Это не будет так быстро. Поэтому есть как бы прямая связь между тем, как долго вы туда заходили и как долго вы оттуда будете выходить. Конечно, чем правильно вы себя будете вести, тем быстрее вы выйдете. Но очень важно понимать, что это время. Это не произойдет overnight. Но budgeting – это ваш первый степ. Каждый доллар, который вы зарабатываете, вы должны дать этому доллару имя. Знаете, Джон Максвелл один раз интересно сказал, он говорит, если вы не скажете вашим деньгам, куда им идти, то вы удивитесь, куда они пошли. Поэтому очень важно, чтобы вы говорили, куда пойдут деньги, а не так, что они куда-то идут, а потом вы проверяете, куда они пошли. Это очень-очень важно. Знаете, когда я разговариваю с людьми на счет бюджетинга, тогда такой аргумент всегда идет, а у меня нет постоянного дохода. У меня то много, то мало. Но тогда делай budget based on the lowest income. Сделай бюджет, как у тебя самый маленький доход. А если ты заработал больше, это бонус, эти деньги ты ни в коем случае не потратишь, а используешь для выплаты твоих долгов. И тогда все будет работать в правильную сторону. Также я считаю очень важно понимать, что в семье есть как бы такие, знаете, 4 pillar, которые очень важны для вашего будущего и для вашей семьи. Я имею в виду именно с финансовой стороны. Да? Но есть такие стандартные вещи, которые просто нельзя игнорировать. Первое – это еда. Нам надо кушать, правильно? Мы не можем игнорировать еду. Второе – дом. Нам нужен дом. Значит, наша цель должна быть заработать, чтобы мы могли кушать. Если у нас есть дом, сохранить этот дом, потому что если мы потеряем дом, это проблема. Третье – transportation. Нам нужна машина, правильно? Значит, мы должны об этом позаботиться. И четвертое – нам нужна одежда. Вот эти вот 4 фактора, они обязательны. Мы их не можем элиминировать. И вот когда мы говорим про бюджет, это на первом месте стоит. Вы ставите на первое место, и когда вы это все обслужили, вот остальными деньгами вы должны заботиться об остальных вещах. Я считаю, что это очень-очень важно. Знаете, что интересно? Вот особенно с молодежью, когда общаешься, когда говоришь на тему финансов, ты видишь, как мало они знают о финансах. Знаете, их в школе учат всякой ерунде, но их не учат, как вести себя правильно с финансовой стороны. Знаете, что интересно, что когда, если человек должен получить права, то его кто-то учит, правильно? Там или учителя в школе, или там родители тоже учат детей, здесь в Канаде это разрешается. И, потому что мы знаем, что ему нельзя за руль, пока мы его не научат, как пользоваться этой машиной. Но мы отпускаем детей в финансовый мир, мы им даем кредитные карты без того, что мы объясняем, как это все работает. И только когда человек уже зарюхался, вот так вот, не знает, как оттуда выйти, потом, может быть, мы начинаем об этом объяснять. И вот это вот как раз большая проблема. И знаете, что интересно? Я вот когда с людьми общаюсь, особенно у которых финансовые проблемы, ты видишь, что это все тянется. Знаете, это как ниточка. И что самое интересное, если ты знаешь родителей, и ты знаешь, у родителей были финансовые проблемы, и тебе приходят эти дети этих родителей, они идут той же самой дорожкой. Поэтому я считаю, мы как родители имеем обязанность даже по отношению к нашим детям вести себя правильно. Мы можем 10 раз им говорить, сынок, не кури, не пей, не бери наркотики, веди себя правильно с финансовой стороны. Но если мы сами это делаем, у нас нет шансов, чтобы дети нас слушали. Они нас просто назовут hypocrites. Да, это то же самое, что сейчас в Америке с политикой. Я иногда головой махаю, да, кручу, думаю, вот это hypocrites. Ну как еще можно назвать, да?
3 дня назад они говорили так, а теперь это им не выгодно, теперь мы говорим так. То же самое с social media, да? It's a problem. Вот. То же самое и с нашими детьми. Они смотрят для нас, для них мы пример. Они не будут делать то, что мы говорим, они будут делать то, что мы делаем. Поэтому я считаю, это очень-очень важно, что мы в этом отношении себя правильно вели. Теперь я хотел бы поговорить о 7 baby steps. Есть такая программа 7 baby steps, как выбраться из финансово тяжелого положения. Я сейчас говорю о людях, которые, может быть, уже в безвыходном положении. Знаете, есть ситуации, где действительно уже невозможно спасти. И как я обычно говорю, если у человека долгов, unsecured debts, да, два раза столько, сколько у него доход, ну, он кандидат на bankruptcy. Там уже шансов этого человека спасти нет. Но в основном, если человек еще не defaulted on payment, как бы он все еще платит и оплачивает все вовремя, есть шанс этого человека спасти. Но это длинная процедура, это медленная процедура. Здесь надо ужасно много времени, желания и силы, потому что это не произойдет overnight. Первый степ, скажем, человек, как раз любимый говоришь, ну куда вы, куда такие долги, вам надо выплачивать? Не можем. Ну, Виктор, поверь, мы выплачиваем только проценты, мы делаем только минимум payment. Мы даже не можем, вот у нас нет денег заплатить чуть больше, чем минимум payment. Тогда мы идем baby step number one. И baby step number one, который вы должны сделать, или, может быть, я все-таки еще пару пунктов обещу. Знаете, как financial coach, если я с людьми разговариваю, да, я не могу решить их проблему. Особенно, если человек этого сам не хочет. Если я вижу, что человек этого не хочет, ну, я могу на голову встать, я не смогу это поправить. Но если человек серьезно об этом заботится, тогда шанс есть. Потому что если у человека финансовые проблемы, это не финансовые проблемы, это не то, что он мало зарабатывает, это просто симптомы того, что где-то что-то он делает неправильно. И вот тут вот надо разобраться, где. И вот благодаря вот этому баджетингу как раз люди смогут с этим разобраться. Почему? Потому что тогда они смогут по их стейтменту видеть, где их недоходы, где их нерасходы, и разобраться, где мы вообще теряем деньги. Теперь, если мы говорим про baby step number one, что вам нужно сделать? Во-первых, если вы делаете какие-то инвестиции, да, RRSP, tax-free saving, RESP, ну, скажем, вы что-то там, каждый месяц у вас деньги уходят на эти вещи, да? Я сейчас говорю про людей, у которых финансовые проблемы, потому что у них есть долги. Я не говорю про mortgage. Mortgage это тоже долг, но это такой немножко стандартный долг. Я говорю про другие, кредитные карты. Кредитные карты, line of credit, машины в кредиты, вот такие вещи, да? So, если вы делаете вот такие contributions, мой совет, остановите. Нет никакого смысла экономить деньги на будущее, если у вас проблемы сегодня. Они вам не понадобятся, эти деньги, да, потому что вы, скорее всего, все потеряете так и так. Да? Особенно начнется семья, а потом все остальное. Поэтому, в первую очередь, прекратите все другие оплаты, которые вы не обязаны делать. Я сказал, кушать, одежда, машина, дом. Это обязательно, вы не можете это остановить. Но остальные инвестиции не стоит, окей? Что я не советую, конечно, остановить вашу life insurance. Почему? Потому что это опасно. Если, не дай бог, с вами что случится, в семье будут финансовые проблемы, это будет катастрофа. Поэтому life insurance я не советую. Я советую все-таки ее оставить, как-то дальше ее платить, если вы в состоянии. Вам нужно как-то накопить хотя бы $1000, так называемый emergency fund. И вот когда люди мне говорят, Виктор, нет у нас денег. Нету, мы даже $100 не можем в месяц никуда откладывать, у нас все деньги уходят. Надо. Вам надо накопить $1000, чтобы если какое-то неожиданное что-то произошло в вашей семье, чтобы вы могли с этого положения не сразу идти в долг опять, да, а чтобы вы могли эти деньги истратить. Например, там машинка сломалась или еще что-нибудь. Как эти $1000 набрать? Вплоть до того, что мужской пол должен пройтись, может быть, по своему гаражу, посмотреть, что у него там в гараже есть, что ему не нужно, и просто-напросто продать, чтобы эти деньги набрать. Женский пол, может быть, пройдет по своему шкафу, да, где у него там ботинки, платья и все-все-все. Может быть, там есть некоторые вещи, которые можно продать. Я еще раз говорю, я сегодня говорю о радикальных steps,
а степс, где человек уже при банкротном состоянии. Если у вас все хорошо, это для вас не applicable. Но опять же, это можете немножко так пропорционально, в зависимости от вашей ситуации, и под вас подстроить. Вот. В общем, вещи, которые у вас есть, продать, если они у вас какие-то есть. Конечно же, снизить ваши expenses. Да, посмотреть, может быть, некоторые вещи вам не нужны. Например, если у вас кабель TV, ну выключите этот кабель TV, да, отсоедините его, сэкономьте эти месячные деньги. В интернете достаточно возможности смотреть, тем более вы будете смотреть, что хотите, и без рекламы. Вот, поэтому я считаю, такие вещи, как кабель TV, надо отменить, чтобы у вас появились деньги, чтобы вы могли эти $1000 набрать. Это должен быть sacrifice. Вам будет тяжело, вам надо на многие вещи, которые, может быть, привыкли, которые вы любите, которые вам очень важны, вам придется, к сожалению, эти вещи перестать делать. И очень важно понимать, что выплата ваших денег – это не какая-то одноразовая процедура, а это процесс, это очень длинный процесс. В общем, первый степ – любыми путями как-то вам надо накопить эти $1000. Вплоть до того, что вам надо взять part-time job. Знаете, я прекрасно понимаю, что если вы там работаете в какой-то крутой работе, вы не будете вечером возить пиццу. Но есть достаточно много людей, которые, когда это серьезно приняли, это серьезно взяли в руки, чтобы избавиться от долгов, они в прямом смысле этого слова, после того, как они, если они, скажем, на salary, у них всегда один и тот же доход, и он не может делать овертайм, то тогда в этой ситуации они по вечерам возили пиццу и как-то зарабатывали деньги. Вам нужно как-то набрать эти деньги. Это step number one. После того, как вы умудрились накопить эти $1000, мы идем ко второй ступеньке. Вторая ступенька – начинать избавляться от долгов. И тут очень важно начать с самого маленького долга, который у вас есть. Я прекрасно понимаю, особенно те люди, которые с математикой дружат, сейчас скажут, ну а почему с маленьких? Если у меня на этой кредитной карте 30%, а на этой 20%, почему я должен вначале выплатить 20%, если у меня есть 30%? Это нелогично. Знаете, тут очень важно играет роль еще psychological, да? В тот момент, когда вы выплатите один кредит, и это payment у вас отпадет, у вас появится мотивация. Вам нужно получить какой-то такой feeling, что вы чего-то добились. И если у вас 30 тысяч кредитная карта, и ваша цель теперь ее в первую очередь выплатить, это может быть год, это может быть два, и вы просто будете сдаваться. Но когда у вас есть карта, которая на 2000, и вы ее в первую очередь выплатили, у вас появится мотивация, вы видите, что это работает, и вы идете в правильную сторону. Поэтому, в первую очередь, выплачивать кредитную карту самым маленьким долгом. После этого, если вы уже сделали, у вас появилась мотивация, там уже, может быть, можно смотреть на проценты, потому что это было бы правильнее всего. Также, если у вас, скажем, ну, очень большая карта и очень большие проценты, вы можете использовать, знаете, balance transfer, да? Вы, может, в интернете дадите там, кредитная карта, balance transfer, no fee или low interest rate и так далее. И там куча появится этих вариантов. Что вы можете, вы открываете новую кредитную карту, переводите баланс вашей карты на эту новую, там вам дают, скажем, один год маленький процент, там 1% или сколько там, можете взять 1% fee, скажем, то 2% у вас получается годовые. Но на этой карте у вас там 30%, здесь у вас теперь 2%. И теперь у вас, конечно, остается в месяц намного больше денег, которые не идут больше в проценты, а которые могут идти на выплату вашего кредита. Очень важно понимать, что если вы взяли на год, и через год вы не сможете выплатить эту кредитную карту, конечно, проценты прыгнут вверх. Поэтому ваша цель должна быть избавиться от этой карты за этот срок. Если нет, может быть, сделать такую же процедуру еще раз. В общем, вторая наша цель – избавиться от всех unsecured debts. Вот когда вы рассчитались со всеми вашими долгами, я говорю unsecured, да, кредитные карты и так далее, тогда мы можем переходить на следующий степ. Во второй ступени вы все еще можете забыть тему savings, да, экономить на пенсию, экономить там на детей учебу или еще. Это сейчас не важно, сейчас вообще не важно. Потому что сейчас важно рассчитаться с долгами, чтобы у вас в семье было все хорошо, и чтобы вы мирно жили. Потому что если вы разведетесь, вашим детям это тоже не поможет. Поэтому ваша цель сейчас в первую очередь заниматься этими финансами и выплачивать кредит. Выплатили кредиты, мы переходим на третью ступеньку. Третья ступень. Теперь вы должны сделать серьезный emergency fund. У вас было только $1000, мы рассчитались с долгами, и теперь наша цель от 3 до 6 месяцев сделать emergency fund. Например, ваша месячная зарплата $3000,
Ну вот вам надо 3 раза и до 6 раз вот такой emergency fund иметь. Почему бы это важно? Потому что если потом в будущем что-то серьезное уже произойдет, там машина сломалась, надо другую машину брать или еще что-нибудь, там нам $1000 не помогут. Нам нужны больше денег. И вот благодаря тому, что вы имеете вот этот emergency fund, 6 месяцев вашей месячной зарплаты, это вам даст уже спокойно спать. И вообще, я считаю, у каждого человека должно быть минимум 6 месяцев как emergency fund. Если у вас all-in-one, то вам об этом заботиться не надо. Каждая выплаченная копейка вам дает access на будущее. Но если у вас традиционная ипотека, то вам не мешало бы иметь 6 месяцев. Теперь, после того, как мы это сделали, благодаря этому у вас, если появятся какие-то финансовые проблемы, мы не будем опять заходить в кредитные карты. Потому что мы не хотим вернуться к baby step number two, потому что этим самым мы возвращаемся назад, и это не очень хорошая картина, нам мы начинаем все с нуля. Окей? Ступень четвертая. Ну, когда, знаете, когда вы прошли эти 3 ступени, все, у вас уже жизнь совсем другая. Да, вы будете улыбаться друг другу, вы будете любить друг друга, потому что у вас закончится это ужасное давление, финансовое давление. Долгов нет, emergency fund есть, и теперь вы можете расслабиться, не то что расслабиться, ни в коем случае, теперь вы можете идти to the next level. И next level — это уже экономить деньги. Тут уже надо откладывать, скажем, хотя бы 15% в какие-то investment, tax-free saving, RRSP, RESP и так далее. Это очень-очень важно. Почему? Потому что в конце концов, пенсия будет очень маленькая. Если кто бывал на моих семинарах, вы знаете, я проводил тему на тему пенсии. Пенсии будет очень маленькая. Поэтому я считаю, что важно до пенсии рассчитаться с моргиджем и накопить деньги. Да? Просто рассчитаться с моргиджем — это мало. И вот благодаря этому All-in-One я всегда иду в сторону All-in-One, потому что я считаю, что это самая идеальная ипотечная программа, лучше, чем любой процент. Знаете, как часто вот, я это постоянно эти вопросы получаю. Виктор, какой самый хороший процент? Неправильный это вопрос. Никакой самый хороший процент, а где вы самое мало заплатите процент? Это то же самое, как сегодняшняя тема, да? Как надо зарабатывать, чтобы быть финансово независимым? Это неправильно. Вопрос неправильно поставлен. Как надо тратить, чтобы быть финансово независимым? Это в первую очередь. А потом уже мы будем говорить о инком. То же самое и в ипотечном бизнесе. Не процент важен. Процент я вам гарантирую хороший так и так, на all in one. Важен, где вы сэкономите как можно больше процентов. Вот это вот был бы правильный вопрос любого человека, который нам звонит и задает вопрос насчет процентов. Я считаю, что очень важно копить на пенсию, потому что, особенно если вы хотите с этим человеком, с которым вы живете, дожить до пенсии, и в пенсионном возрасте не ругаться, да, потому что люди в пенсионном возрасте разводятся, очень важно подготовиться к пенсии. И это ваша 4-я ступень, где вы уже начинаете экономить деньги, откладывать деньги на RRSP, на tax-free saving, чтобы вы в будущем были финансово независимы. Почему? Потому что в пенсионном возрасте у людей две такие озабоченности. Да? Первое, мне не хватит денег на жизнь. Второе, я не хочу быть burden, я не знаю, как burden, я не хочу быть проблемой моим детям, да? А это вы можете избежать только тогда, когда у вас есть деньги, поэтому вам не мешало бы к этому подготовиться. Почему? Потому что в наше время особенно люди тратят намного больше времени, чтобы готовиться в отпуск, да? Очень много research, и проверки, и подготовки, и все. Чем они тратят на то, чтобы подготовиться к пенсии? Да? Я считаю, это тоже очень неправильно. Почему? Потому что, знаете, один интересный комментарий я сейчас сделаю. Да? Пенсия, когда человек говоришь про пенсию, первое, что им в голову идет, это возраст. Вот 55 лет, если мне повезет, я пойду на пенсию в 60 или в 65 лет. Пенсия – это не возраст. Это номер. Финансовый номер. Вы можете пойти на пенсию в 20 лет, если у вас с финансами достаточно финансов, чтобы вы могли прожить на это. Вы можете пойти на пенсию в 80, и вы все еще не готовы к пенсии. Что я этим хочу сказать? Знаете, что пенсия – это не возраст, а это financial number. И вот когда вы этого номера достигли, вы можете идти на пенсию. Независимо от того, какой у вас возраст. Вы можете и дальше работать. Например, в моей профессии, да, я люблю свою работу. У меня сотрудники замечательные, они делают хорошую работу. У меня сейчас такая жизнь хорошая, вообще прелесть, да? Но мне нравится моя работа.
Поэтому моя жена даже иногда шутит, говорит, ты 80 лет еще будешь работать. Может, она и права. Но я буду работать именно вот как я сейчас работаю, да, учу людей, как себя правильно вести. Я получаю намного больше satisfaction сейчас, когда я вижу позитивные результаты моих клиентов, когда я вижу людям, которым я объяснил, помог, когда я вижу, что я сохранил их семью. Это для меня сейчас satisfaction. It's not about money, поверьте мне. В данный момент я сейчас в такой ситуации в моей жизни нахожусь. It's not about money. Мне важно видеть success моих клиентов, мне важно видеть, что они финансово независимы. Поэтому запомните, пожалуйста, что ваша пенсия – это не возраст, а это финансовый номер. Step number five. Здесь уже не мешало бы вам параллельно копить на детей. RESP и так далее. Я вот сейчас, меня пригласили провести презентацию в середине февраля на английском языке в одном заведении. Вот, я там буду говорить как раз на тему RSP, RESP, Tax Free Saving. Вот, я считаю, что это тоже важно. Почему это важно уже для ваших детей? Дети, которые имеют financial education, они намного быстрее продвинутся в жизни. Они намного быстрее достигнут этот number для пенсии, да, по которому я говорил. Профессия играет огромную роль, но это становится все дороже и дороже и дороже. Поэтому я считаю, что благодаря вот этим всем saving options можно сэкономить детям, чтобы они сразу же после школы пошли учиться, чтобы они не занимались какой-то ерундой, не пошли работать куда-нибудь или еще что-нибудь. Им надо сразу идти учиться. Конечно, нельзя ничего дарить, надо, чтобы они ценили деньги. Вы можете их... Они могут летом учиться и еще и подрабатывать. Это все правильно. Я считаю, баловать их нельзя. Но важно им дать эту возможность, что они могут идти учиться. Потому что у них будет намного лучше финансовая жизнь, а это говорит о том, что и намного лучше семейная жизнь. А это важно. Да, потому что финансовая стабильность, если семья с финансовой стороны уже хорошо, уже с молодости движется, там хороший шанс, что там все будет мирно и до конца, скажем так. Следующая ступень – это выплата ипотеки. Я считаю, что это тоже очень важно. Можно выплатить ипотеки и параллельно экономить. Если у вас вопросы есть, вы можете писать. Я потом после презентации отвечу, если вопросы будут. Потому что, может быть, у вас какой-то вопрос есть, а до конца презентации вы его забудете. Поэтому вы можете без проблем вопрос ставить, а я потом в конце презентации прочту и отвечу на вам на эти вопросы. В общем, следующая цель должна быть рассчитаться с ипотекой. Поверьте мне, если у вас нет ипотеки, воздух пахнет по-другому. Трава, по которой вы идете, она чувствуется по-другому. У вас такой feeling, у вас нет этого ипотечного ошейника на вас, да, вы освобождены. Поэтому я считаю, это очень важно и приятно знать. Я вижу очень много молодых людей, особенно, которые сейчас переходят на All in One. Цель этой программы All in One какой? Рассчитаться с ипотекой в два раза быстрее, не меняя свою жизнь. Например, мой сын поставил себе цель рассчитаться с ипотекой к 30 годам. И я уверен, что он это сделает. Уверен. Потому что он идет в правильную сторону. Вот. Поэтому ваша цель должна быть избавиться от ипотеки. В этом мы уже вам поможем. Мы вам расскажем, как это делает. Мы вам посоветуем, конечно, эту программу, если вы квалифицируетесь. Если вас эта тема интересует All in One, напишите нам или посмотрите в моей группе. У меня есть один видеоролик. Я про это где-то 2 часа объясняю, как рассчитаться с ипотекой, не меняя свою жизнь. Вы это все можете там посмотреть. Я не хочу в это вдаваться, потому что сейчас не эта тема. Но вот как раз тема выплаты ипотеки, там прямая связь. Там вы выплачиваете ипотеку в 2 раза быстрее, не меняя свою жизнь. Это очень важно. Знаете, когда у людей куча долгов, можно было бы некоторые steps перепрыгнуть. Да? Скажем, вот эти вот baby step number one, baby step number two. Можно было бы перепрыгнуть. Если у тебя много долгов на кредитных картах, но у тебя есть дом, который частично выплачен, мы могли бы сделать рефинанс. Вытянуть из дома денег, выплатить все эти игрушки. Из моего опыта могу вам сказать, люди, которые идут этой дорожкой, они не ценят то, что они только что сделали. Когда ты таким тяжелым путем добился выплаты своих кредитов, ты не хочешь туда вернуться. Но когда это было просто, позвонил Виктору Шеферу в его офис, сотрудники взяли данные, мы сделали рефинанс, выплатили кредит, клиент быстро избавился от этого, и он медленно опять заходит в эту же самую долговую яму. Поэтому, если человек ошибку понял, или была одноразовая ситуация, может быть, тяжелая ситуация была, и такого не повторится, да, может быть, и есть смысл сделать рефинанс, рассчитаться с долгами, и может быть, all in one выплатить ипотеку быстро. Это было бы правильно. Но я считаю, что рефинанс часто бьет в обратную сторону, когда люди просто не ценят эти деньги, и потом они опять заходят в эту же самую ловушку.
Если у вас появляются финансовые проблемы, скажем, тут я считаю очень важно вот эта all-in-one программа. Если человек выплатил ипотеку, эти деньги, которые он выплатил, они у него остаются как available limit. И если у него появляется финансовая проблема, он в любой момент может эти деньги опять взять. Ему не надо входить в кредитную карту, не надо заходить в дорогие долги, он использует эти деньги. И он их быстро опять вернет. Почему? Потому что эта программа дает возможность вернуть кредит в 2 раза быстрее или в 3 раза быстрее. Поэтому это очень удобно. Вы можете инвестировать, делать, но это все в другом видео можете посмотреть, если вас эта тема интересует. Я сам пользуюсь этой программой, но у меня, конечно, нет ипотеки. Было бы грех иметь ипотеку в моей ситуации. Оба моих сына, финансовые брокеры, пользуются этой программой. Я всегда говорю, это самая лучшая реклама. Если оба мои сына пользуются этой программой, это о много чем говорит. Тут, честно сказать, даже не стоит проверять, потому что мы себя наказывать не будем. Okay? То, в чем рассчитаться с ипотекой, моя цель все-таки не только рассчитаться с ипотекой, а параллельно копить деньги. Это все можно делать, это все возможно, но это уже не сегодняшняя тема. И последняя ступень. Когда вы дошли до такой ситуации, что вы избавились от долгов, избавились от ипотеки, накопили деньги или копите деньги на пенсию, на учебу, вот тут не мешало бы вам делиться вашим опытом с вашими друзьями и знакомыми. Почему? Потому что они находятся в этом положении, в таком же тяжелом, как вы были. Вы это все прошли, вы прекрасный пример. Помните, я до этого вам сказал, что говорить можно много. Ты можешь говорить сколько, ты можешь быть самым крутым коучем. Но если ты сам этого не делаешь, или ты объясняешь, как там иметь successful бизнес, но на твой бизнес посмотришь и видишь, что он вообще-то не successful, это не работает. Но если вы прошли это все, вы можете с вашими друзьями, знакомыми говорить и говорить, смотри, я был в твоей ситуации, я выбрался. И вот цель как раз последней ступеньки, 7-й ступеньки, это то, что вы в состоянии помогать другим, и может быть не только словом, но и деньгами. И может быть, знаете, я вообще считаю, что очень важно, если у тебя что-то есть и достаточно, не мешало бы делиться. То может быть, можно было бы и каким-нибудь charity support, каким-нибудь детские дома support или еще что-нибудь. Я считаю, что это очень важно, что если мы в такую позицию попали, что у нас все хорошо, то не мешало бы нам поделиться теперь уже с теми, которые находятся в тяжелом состоянии. Теперь я хотел бы сделать вам такие пару советов, да, таких общих советов, которые вам, может быть, помогут предотвратить некоторые финансовые ошибки. Прежде чем вы что-то сделаете, что-то серьезное, да, купите что-то серьезное, скажем, машину, зашли там дилеру посмотреть машину, знаете, как быстро может произойти? Вы зашли просто так, о, машина, давай-ка посмотрим. Зашли и вышли уже с бумагами и с долгами, $500 в месяц, да. Это очень быстро происходит. Потому что ты входишь в такую ситуацию, загорелся, все. Очень важно, что любое финансовое движение, которое вы делаете, чтобы вы 24 часа времени себе дали, прежде чем вы это сделаете. Даже вот вы зашли в тот же машину, магазин машинов, и вы все, вам понравилось, вы решили, ну, не надо ничего подписывать. Не надо ничего подписывать, вернитесь домой. Если на следующий день вы все еще думаете, что это нужно, тогда можете купить. 90% ситуаций вы передумаете. И это очень важно, поэтому позаботьтесь о том, что любое такое быстрое финансовое движение, которое вы хотите сделать, может быть, не мешало бы 24 часа подумать. То же самое и со стокс, да, прежде чем вы залезете в стокс и купите что-то. Подумайте, хотите ли вы это 24 часа. Также очень важно, чтобы вы не подписывали документы за кого-то, да. Потому что если вы подписываетесь как косайнер, вы отвечаете за эти кредиты. У меня была ситуация с одним молодым человеком, он был в очень тяжелом финансовом положении, и он пришел ко мне, сказал, что родители согласны сделать рефинанс и помочь ему выплатить кредиты. Я отговаривал его это делать, и родителям этого не советовал. Но все-таки они это сделали, в конце концов этот молодой человек оформил банкротство. Что я хочу этому сказать, что есть безвыходные положения, где надо просто уже сдаться, но это редко бывает. In most cases есть всегда шанс оттуда выбраться. Но если вы за кого-то подписались, вы отвечаете за него долги. Если вы подписались за вашего ребенка, это ваш долг. Вы можете 10 раз говорить, я за него не плачу. Он в кредитном бюро под вашим именем, и вам за это отвечать. Поэтому будьте осторожны, когда вы косайнер. Потому что если тот человек, за которого вы подписали, перестанет платить, коллекторы в первую очередь звонят не тому человеку, который перестал платить, а вам. Потому что они знают, что с вас есть что взять. А с того, скорее всего, нет.
Поэтому я бы не сильно торопился. Я вообще советую, считаю, подписывать, кроме за своих собственных детей, ни за кого нельзя. Ну и за детей, если подписываете, то делайте это в письменном виде, как они должны рассчитаться, как они должны это отработать, потому что это не должен быть подарок. Okay? Они должны понимать, что если вы за них подписали, то они должны доказать, что они действительно в состоянии это и выплатить. А не так, что папа, я уж как-нибудь, я там где-то подработаю, мама, давай, дай мне, подпиши за меня. А я спрашиваю, нет, 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 сынок или доченька, покажи, как ты собираешься расплатиться. Мы с тобой подпишем за тебя, но дай нам, пожалуйста, в письменном виде, как ты хочешь эти деньги вернуть. Говорить можно много, а вот дела это другое, да. Это как сейчас Байден в Америке, да. Говорил одно, а делает другое. Вот так же в семье бывает. Если вы уже находитесь в тяжелом положении, то лучше, ну как бы, не стоит там такие вещи делать, как использовать кредитные карты, чтобы платить за моргидж, знаете, потому что вы вот это все потеряете. Да, есть просто иногда ситуации, где надо уже подключать, может быть, Consumer Proposal Agency, да, что, потому что я всегда советую, поговорите с ним, они вам ничего не стоят. Они вам, может быть, объяснят и скажут, что вам нужно сделать, чтобы избежать этого, да. Но есть ситуации, конечно, где человек уже в безвыходном положении, и там ничего не остается, как делать consumer proposal или bankruptcy. И, к сожалению, очень много звонков я получаю именно на эту тему. Как это работает, куда обратиться, куда звонить. И знаете, что интересно, вот тут пару дней назад мне звонила одна женщина, хотела купить дом, и говорит, мы сделали consumer proposal. Я говорю, а что у вас за проблемы? Она говорит, у нас не было проблем. Я говорю, а у вас не было проблем? А почему вы сделали consumer proposal? Ну, у нас были пара кредитных карт, и нам посоветовали. Это просто катастрофа, знаете. Это такой быстрый выход из долгов, но это такая длинная история. Вам это будет сопровождать минимум 7 лет, да, если вы себя будете правильно вести, а может и еще дольше. А если bankruptcy, это будет пожизненно в ваших public record. Поэтому я считаю, что если это избежать можно, то это надо избегать. Если невозможно, ну, тогда может быть, тогда это уже и окей. Если у вас финансовые проблемы, знаете, очень важно, не как вот мне тут прислали, мой сын прислал видео моей внучки, как она спряталась, засунула голову под одеяло и спряталась. Вот. Вот так же часто мы делаем с долгами. Да? Мы думаем, что долги сами исчезнут, они никуда не денутся, никуда не исчезнут. Мы не можем прятаться, мы не можем не поднимать трубку от коллекторов. Это не работает. Нам надо поднимать, нам надо разговаривать, нам надо даже наоборот. Знаете, ну это сейчас другая тема, я сейчас не хочу говорить на тему bankruptcy, e-collection или там consumer proposal. Но вообще, если до этого доходит, да, то вам надо звонить этим коллекторам самим. Они, конечно, будут ошарашены, для них это ненормально. Сказать, слушай, я знаю, у меня проблемы, вот я буду пробовать. Понимаете, нельзя допускать, чтобы нельзя прятаться. Она эту проблему не решит. То же самое, как в семье. Только потому, что вы перестанете разговаривать с друг другом, она проблему не решит. Это надо конфронтировать. Это может быть серьезный разговор, это может быть тяжелый разговор, но его надо вести. Иначе это не приведет никаким позитивным результатам. Также, если вы, например, видите, что у вас финансовые проблемы, звоните в банк. Звоните в банк, поговорите с ними, объясните заранее. Не делайте так, что вы просто дефолтаете on payment, да? Пообъясните ситуацию. И есть даже такой совет, это делать по вторникам и по четвергам. Вот что интересно, что во вторник и четверг сотрудники банков, они больше всего в хорошем настроении. Да? Понедельник не очень, только что уикенд прошел, в пятницу не очень, уже выходные. Середина недели тоже не очень. Вот, поэтому вторник, четверг можете звонить и пробовать с ними договариваться. То же самое, если вы в таких позициях, то, конечно, надо забыть отпуск. Как говорят, не vacation, а staycation у вас должен быть. Okay? Stay at home. Сейчас тем более с этим ковидом так и так все позакрывали. Никуда не денешься. Сегодня вон опять кучу новых законов повыпускали. Если кто с отпуска приедет, будет теперь делать тест в Канаде и будет 3 дня в отеле сидеть и отдаст за это $2000. Вот. А потом, если карантин, еще дольше будешь сидеть. Короче, ничего хорошего это не приводит. Сейчас как раз хорошо сидеть дома, да. Поэтому, но если у вас финансовые проблемы, даже без ковида надо находиться на стейкейшн. Находитесь дома, пока вы от этих финансовых проблем не избавитесь. Очень часто люди попадают в финансовые проблемы также по причине детей. Не можем детям отказывать. Да, ну вот дети хотят, ну как отказать? Знаете, у меня есть знакомые тоже люди, да, которые в таких тяжелых финансовых положениях и рефинанс уже делают несколько раз и не могут отказать детям. Знаете, если у вас финансовые проблемы, и ваши дети что-то хотят,
вам надо с ними вести длинный разговор. Очень длинный. Одно слово. Нет. Если денег нет, значит нет. Это не поможет купить ему, что он хочет, его PlayStation там, или iPad, или еще что-нибудь. Если это вас еще глубже загонит в финансовые проблемы, это ни к чему хорошему не приведет. Это придет только к худшему результату. Поэтому, если вы в такой позиции, надо говорить нет. И никаких больше дискуссий. Также очень важно иметь завещание. Я считаю, это очень важный фактор. Знаете почему? Потому что если у вас нет завещания, то это очень большие финансовые проблемы могут быть у человека, который остался, скажем, живой. Да? Это недорогая процедура. Я знаю, что некоторые скачивают там форму с интернета, заполняют. Это не то, это не то. Это вам надо делать у адвоката настоящее завещание. У меня у самого было сейчас совсем недавно с очень близкими мне людьми ситуация из-за ковида. Заболели, и человек, который занимался финансами, заболел, и он просто не был в состоянии ни думать, ничего. И его жена не знала, где что находится, не знали, какие документы, что есть. Да? Поэтому я считаю, что очень важно иметь также какую-то папку, может быть, да, где ты написал. Если ты отвечаешь за финансы, ты должен написать, где что есть и что делать, там, кто там у тебя остался в наследниках. Завещание это тоже все можно укачивать. Потому что если вы не сделаете завещание, то в конце концов государство будет решать, куда пойдут деньги. И если вы все еще не поняли, что государствам нельзя доверять, да, смотрите, что они творят, тогда я не знаю. Поэтому я считаю, если уж есть вещи, которые мы не можем контролировать, то что мы можем контролировать, нельзя передавать государству. Поэтому делайте завещание, потому что если его не будет, очень часто после смерти, скажем, родителей, или там, когда деньги переходят родственникам или детям, там начинаются финансовые ссоры, и там люди, в конце концов, между собой потом не разговаривают. Не думаю, что если вы оттуда можете посмотреть вниз, что здесь происходит, вам это понравится. Поэтому не мешало бы при жизни об этом позаботиться, чтобы у вас все было в письменном виде, если с вами что случится, они откроют, прочитают и будут знать, что делать с вашими финансами. Также я считаю, очень важно иметь страховку. Я не говорю по какие-то, если у человека деньги есть, можно делать все. Есть интересные всякие страховки с накоплением, с возвратом денег и так далее. Но если у человека финансовые проблемы, нужно хотя бы иметь какую-то простую term insurance. Хотя бы term insurance. Это защитит семью от финансовых проблем. Знаете, я очень много чеков в последнее время уже отнес людям, когда там умер отец, умерла мать или еще что-нибудь. И ты видишь, что ты человек этого вернуть не можешь, но эти финансовые проблемы ты у человека убрал. И знаете, по статистике доказано, что если человек делает самоубийство после смерти мужа или жены, они это делают не потому, что они потеряли мужа или жену, а потому, что они с финансами не справляются. Эта двойная накладка загоняет человека в тяжелое финансовое положение. Поэтому я считаю, что очень важно иметь insurance. Но будьте осторожны. Знаете, очень много попрыгунчиков бегают сейчас по всем городам, и наши люди тоже навязывают всякие накопительные страховки. Если у вас финансовые проблемы, не нужны никакие накопительные страховки. Если они у вас есть, деньги, абсолютно. У меня она есть. У меня только накопительные, у меня только с возвратом денег. Потому что я считаю, что это важно. Но у меня есть финансы. Но если у вас с финансами проблемы, сделайте хотя бы нормальный term insurance, чтобы защитить семью. А в будущем можете это все еще переиграть и передумать. Поэтому будьте осторожны с теми людьми, которые там бегают и навязывают всякие страховки. И также, считаю, очень важно обратить внимание, кто эти страховки навязывает, сколько этот человек уже в бизнесе, потому что если завтра его не будет, у вас что-то случится, надо как-то где-то куда-то идти, да, кому-то обращаться, а потом начнется. Мне мы говорили, что у меня это, а страховая компания говорит, нет, мы ничего не видим в документах. Это тоже может привести к большим финансовым проблемам. Поэтому я считаю, что это важно сделать эту страховку правильно. Поэтому если вас эта тема интересует, конечно же, мы тоже с удовольствием сможем в этом помочь. Сейчас я бы сказал бы еще, знаете, пару пунктов, мы уже близко у цели, у конца презентации. Не каждый человек должен иметь дом. Знаете, я считаю, что дом это очень прекрасно, да. У меня знакомые есть, которые немножко со мной расходятся в этом смысле, да, что дом это не обязательно иметь, и лучше квартиру снимать или еще что-то. Нет, мое личное мнение, дом надо иметь. Особенно сейчас с такими маленькими процентами. Это совсем другой мир. Знаете, ты живешь в своем доме, он принадлежит тебе. Дети растут в этом доме. Все эти memories, это невозможно объяснить. Да? И ты не знаешь, тебе надо бояться, что завтра тебя ландлорд попросит покинуть этот дом. Это твой дом. Но есть ситуации, где человек просто не тянет по доходу. И тогда
Знаете, если ты все сделал правильно, все просчитал, что в этой ситуации наша работа, что мы просчитаем, скажем ваши границы и все. И если вы все сделаете правильно, у вас дома это будет одно удовольствие, это будет благословение. Но если вы, мы вам сказали одно, а вы загнули и купили подороже, ну это будет, скорее всего, проклятие, да, потому что вы не сможете справляться с финансами, и вы не будете наслаждаться этим домом. Поэтому я считаю, что дом это важно, но берите по вашим возможностям, а не только потому, что какой дом у вашего соседа. Знаете, только потому, что ваш друг имеет этот дом, это не значит, что вы должны такой же иметь. Гнаться за ним нет смысла. Да? У него, может, другие финансовые положения, а может быть, он тоже не наслаждается этим домом, да, просто не показывает. Поэтому не обращайте внимания, что делают ваши друзья и знакомые, а ведите себя по вашему кошельку, и это было бы самое правильное решение. And now the final thoughts. Последние мои мысли, которые бы я хотел сказать. Знаете, я считаю, что в семье очень важно вести себя с финансовой стороны, но и понимать, что важно для семьи. Я вот тут недавно был в Коско, знаете, и хотел купить жене цветы, да? И что вы думаете? Цветы нельзя было купить, потому что цветы было non-essential. Я считаю, цветы очень essential. Особенно в ситуации с ковидом, да, когда наши женщины под стрессом, с детьми и так далее, да, цветы это должно быть чуть ли не бесплатно, да, чтобы мы могли хоть как-то порадовать наших жен. Они закрыли, потому что это не essential. Вот это для меня был такой пример, знаете, когда люди думают стандартно, а надо думать нестандартно, да. Я хотел сделать что-то приятное моей жене, я не смог, потому что они решили, что цветы нельзя продавать в такое время. Вот, это просто такой как бы пример, да. Также я считаю очень важно, в позиции, в которой вы сейчас находитесь, это не значит, что вы в этой позиции должны остаться. Вам просто нельзя сдаваться. Вам нельзя сдаваться. Что я часто вижу в ситуациях клиентов, они сдаются. Они не видят света на горизонте. Особенно, когда они живут от печек до печек, они знают, у меня ничего не остается, я не могу с этой долговой ямы выйти. Есть шанс. Просто надо себя взять в руки. И в основном очень многие люди смотрят на свое прошлое. Я уже пробовал, у меня там не получалось. И нет никакого смысла. Знаете, это должно быть вот как в машине. Вот когда вы едете за рулем, у вас перед вами стекло, да? Вы видите всю дорогу, вправо, влево и так далее. А сверху у вас маленькое зеркало, которым вы смотрите назад. Вот так должно быть и в вашей жизни. Да, вы, может быть, наделали кучу проблем, но вы должны их смотреть в этом маленьком зеркале. Но перед вами это большое стекло, и перед вами ваш новый мир. Любую ситуацию можно поправить, почти любую. Поэтому моя цель, как бы, донести до слушателей, что нельзя сдаваться. У вас есть шанс выйти. И нет безвыходного положения. Если вы выплачиваете ваши долги каждый месяц, как-то умудряетесь, хотя бы минимум payment, значит у вас есть шанс. Если вы уже дефолтаете on payment, вы уже зарюхались, вы уже не платите никакие payment, ну тут уже тяжеловато. Но я думаю, что тут надо просто настроиться на то, что у вас есть шанс, и с этой тяжелой ситуации можно выйти. И только потому, что вы что-то попробовали, не получилось, это не значит, что вы должны там остановиться. Знаете, это как GPS. Вот я поставил GPS, да, мне надо ехать туда. И я очень часто на телефоне, и GPS говорит, поворачивай направо, а я его просто игнорирую, этот GPS, да. Вот. В этой ситуации что происходит? Она тут же дает мне новую дорогу. Но то же самое и в нашей жизни. Ну не получилось. Ну ничего страшного. Идем новой дорожкой. Опять проехали, не получилось. Опять пробуйте. Но ни в коем случае нельзя сдаваться. Я считаю, что это очень важно. Тогда вам будет намного-много легче в жизни, если вы не будете сдаваться. Я хотел бы такой комментарий сделать, который сделал Генри Форд. Он сказал так: если вы думаете, что у вас это не получится, значит, у вас это не получится. Если вы думаете, у вас получится, значит, это получится. Поэтому я считаю, что сдаваться нельзя, надо пробовать постоянно. Есть только одна ситуация, где вы будете, ну, как бы не можете уже ничего поправить. Только одна. Когда вы перестанете дышать. Но пока вы дышите, у вас есть шанс избавиться от финансовых проблем. Поэтому в заключение моей сегодняшней презентации хочу вас всех призвать от всего сердца, поверьте мне, не с финансовой стороны, а именно чисто по-человечески. Ведите себя правильно с финансовой стороны. Подгоняйте ваши расходы под ваш кошелек. Разговаривайте с вашим мужем и женой. Имейте общий счет.
чтобы вы полный контроль имели над вашими финансами. Ни один знает все, другой ничего. Нет, оба знают все. И покупайте иногда цветы, делайте ваших жен счастливыми. Женский пол тоже должен как бы поддерживать нас, мужской пол, потому что у нас тоже нелегкая жизнь, мы просто не показываем часто наши проблемы, мы в себе это все держим. Женщина обычно это выкидывает все на улицу в своих эмоциях, мужской пол это в себе держит, но у нас тоже есть, конечно же, feelings, которые, особенно когда мы попадаем в финансово тяжелое положение, мужчина, он это больше тяжело переносит, потому что он считает, он ответственный за финансы, и семья в тяжелом положении, значит, это его проблема. Если тут еще жена всю дорогу так квак-квак-квак, то это тоже не очень хорошая ситуация. Поэтому мой совет, любите друг друга, ведите себя с финансовой стороны хорошо, и... На этом я заканчиваю свою презентацию и посмотрю теперь все вопросы и отвечу на них. Так. Да, Елизавета пишет, бежать от долгов, как газель от хищника. Согласен, согласен, Елизавета. Главное, чтобы успеть убежать, чтобы хищник не догнал, да? Окей, здесь вопрос человека, что что делать, если муж очень хорошо зарабатывает, а жена вообще не работает? Как быть тогда? Спасибо. Я скажу так. Какая причина, что она не работает? Она находится дома и с детьми? Или она просто сидит дома? Знаете, тут нет такого прямого ответа. Знаете, то же самое, когда разводы, мне звонят, да? И тот, кто первый позвонил, тому повезло. Я же не знаю, кто там виноват за кулисами, да? Поэтому, когда с людьми разговариваешь и говорят так и так, вот мы разводимся, и, конечно же, каждый своей колокольни рассказывает, да, он такой плохой, он такой сякой, а он потом звонит, она такая плохая, такая сякая. Обычно оба виноваты в разводе. Но бывает ситуация, где действительно одна сторона, 90%, вторая совсем чуть-чуть, да, виновата. Но вот так же и здесь. Я не могу на этот вопрос ответить, по какой причине женщина не работает. Если она ленивая, ну, это не тяжело объяснить, да, но вы поженились... Вы любили друг друга, значит, разбирайтесь между собой, начинайте разговаривать. Но если она дома, потому что она с детьми, за детьми смотрит, знаете, вообще, женский работа дома, это непростая. Мы часто мужчин это недооцениваем. Попробуйте все это делать, что они делают. Да? Варить, стирать, убирать. Это непростая жизнь, даже если нет детей. Да? Поэтому тут я не могу ответить на этот вопрос. Я считаю, это вам надо между собой разговаривать, между собой разбираться. Кто виноват, кто не виноват, и почему человек не работает. Я вообще считаю, если есть дети, жена должна смотреть за детьми, потому что если они все на произвол судьбы, ничего хорошего не получится. Это лично мое мнение, может быть, вы думаете, старой закалки, но я старой закалки. Я считаю, что если есть дети, за ними должен кто-то смотреть. Я не хочу, чтобы они смотрела школа или детский садик, я хочу, чтобы за ними смотрела моя жена, воспитывала их правильно. Вот. Но когда уже детей нет, тогда можно уже и карьеру делать, или повторять карьеру. Да. Это мое мнение. Здесь такой совет, Application Mint, да, если у вас вопрос, каким budgeting software можно пользоваться, Mint неплохой вариант. Mint это удобный вариант, там real-time вам показывает ваш доход, ваш расход, это вам поможет себя контролировать с финансовой стороны. Вопрос, сколько людей могут квалифицироваться на программу All-in-One? Только муж и жена? Ну, я теперь не совсем уверен, понял ли я вопрос. All-in-One – это такая же, как любая другая ипотека. Если вы квалифицируетесь на нормальную ипотеку, вы квалифицируетесь на All-in-One. Там только есть одно условие – down payment должен быть, или equity должно быть 20%. Все остальное – то же самое. Поэтому можете на одного сделать, можете на мужа или жену – it doesn't matter. Мы смотрим на общий доход мужа и жены. Будет ли эфир в записи, не уверен, я обычно просматриваю, смотрю, насколько мне понравилось. Если мне понравилось, и я вижу, что я достиг своей цели, то я, может быть, и выставлю. Это я вижу обычно по результатам людей, когда они пишут свои комментарии, лайки. Если я вижу, реакция есть, люди довольны остались, значит, добился своей цели. Но когда я вижу пассивность, значит, я думаю, наверное, все-таки я не смог донести то, что я хотел, и тогда я обычно не выставляю видео. Еще не решил, но я посмотрю. Critical Illness Disability нужно отменить. Ни в коем случае. Ни в коем случае. Critical Illness Disability – это страховки, которые, если у вас их нет,
и вы попадете в критическую болезнь, потеряете работу или вы станете disabled, это гарантированная финансовая руина. Я считаю, что нельзя расторгать эти страховки. Не делать никакие там крутые, да, бешено здоровые, как вот эти попрыгунчики бегают по всей Канаде и предлагают там каждому клиенту одно и то же. Нет. Вы должны подогнать это под каждого клиента ситуацию. Но я считаю, critical illness, life insurance, critical illness, disability is a must. Если у вас на работе есть бенефиты, ну, может, disability не надо. Но life insurance, critical illness, я считаю, это обязательная страховка. Нужен ли emergency fund, если есть all-in-one? Нет, если у вас есть all-in-one, emergency fund не нужен. Хотя, знаете, у меня была ситуация пару дней назад с клиентом одним. Попросил сделать зум. Ну, так и так, что вроде ты говорил, будут лимиты появляться каждый месяц, а лимиты не появляются. Ну, для меня было это уже странно. Но когда мы сделали скриншеринг, я посмотрел в аккаунт, я понял, что происходит. Доход 10 тысяч, расход 11. Доход 6, расход 7 месячный. Логично, что там не появляется лимит, потому что человек тратит больше, чем он зарабатывает. И в конце концов они признались, они даже сказали так, говорят, Виктор, вообще не мешало бы раз в неделю, в месяц с тобой разговаривать, чтобы ты нас наставлял немножко на правильное русло. Знаете, почему? Потому что, когда у тебя, когда ты протягиваешь все кредитные карты, это так легко, да? Поэтому я считаю, что тут важно вести себя правильно с финансовой стороны. Если вы себя правильно ведете с финансовой стороны, тогда у вас этой проблем не будет. И тогда all-in-one, не нужен вам emergency fund, потому что он у вас как раз и есть. У вас было 300 тысяч, у вас осталось 100, у вас 200 тысяч emergency fund. В этом-то и прелесть этой программы. Например, у меня нет ипотеки, у меня вся сумма, которая есть, это мой emergency fund, которым я работаю. Может, надо будет заначку опустошить? И это может помочь. Не совсем понял этот вопрос. Окей, здесь человек пишет, звонила в кредитную компанию, просила снизить процент, не дали. Ну, смотрите, во-первых, я не могу процитировать каждого ситуацию, да, но если вы имеете хорошую кредитную историю, они на это пойдут, они не хотят вас отпускать, да, поэтому вы можете звонить, вы можете пробовать, но нет никакой гарантии, в конце концов, они решают. Но если они хотят снизить процент, переходите на другую карту. Если у вас кредитная история хорошая, как я сказал, возьмите новую карту, найдите, которого нет fee или low interest rate, перейдите туда и пробуйте, конечно, за это время, пока у вас низкий процент, с этим рассчитаться. Ответ на все вопросы. Развестись тоже работает. Ну, знаете, может быть, для кого-то и сработало, что он развелся и проблемы финансово решены, да? Но я не поддерживаю это. Это solution, да, я считаю, что мы должны пробиваться, знаете, это в наше время так легко стало, ну, проблемы, да, разбежались и все, неправильное это решение. Я еще раз повторюсь, есть ситуации, где там муж загибает, бьет жену, там, пьет, так, даже в этих ситуациях, может быть, можно как-то все, что-то придумать, да, но просто сейчас стало очень легко, маленькая проблема, разбежались, а дети-то наши страдают, детишки-то это все видят. Я всегда думаю, когда люди разводятся, думаю, ладно, кто там из них, олух, он или она, это их не проблема. Мне детей всегда жалко, да, потому что им разницы нет, им наплевать, кто виноват. Они хотят папу и маму, хотят их вместе. Вот, поэтому я знаю, что это, может, сработало у некоторых, но надо как-то сохранять семью. Это очень легко стало разводиться. А если есть line of credit, размер emergency fund рекомендован? Ведьман... Ну, смотрите, нет, вот тут я не согласен, тут вопрос, а если есть line of credit, да? Это же то же самое, как all-in-one. Нет, ни в коем случае. Line of credit – это долг. All-in-one – это выплаченный кредит. Это воздух, который у вас появился. Line of credit – это долг, который вы возьмете и будете должны банку. Здесь вы просто, то, что вы сэкономили, как saving account, вы раз чуть-чуть забрали. Окей? Поэтому ни в коем случае я не могу согласиться с тем, что line of credit – это то же самое, что как all-in-one. Ни в коем случае не могу согласиться. Моей сотруднице 75 лет, не может позвонить себе, позволить себе не работать. Ну вот вопрос, почему. Знаете, опять же, я как я сказал, да, я ни в коем случае не хочу никого ни в чем обвинять. Никто не знает, почему человек дошел до такого тяжелого состояния. Как вот мой клиент, который стал homeless, и я его постоянно вижу с двумя кульками, идет то в одну сторону, то в другую. И сейчас такая холодрыга, извиняюсь за выражение, и вот он ходит туда-сюда, рестораны все закрыты, Тим Хортон закрыт, он нигде не может сидеть, нигде не может согреться.
Это ужасно, да? Но я себе не позволю этих людей винить. То же самое, эта женщина, которая 75 лет, и она не может работать. Я не могу себе разрешить ее винить. Я не знаю ее ситуацию, я не знаю ее причину, что у нее произошло в жизни. Поэтому, может быть, есть причина, но очень часто, я бы сказал, в 90% ситуациях люди в 75 лет работают по вине, которую они сделали, может быть, в молодом возрасте. Если у человека на работе Defined Benefits Pension Plan есть возможность перейти на более интересную позицию, но уже с Contribution Plan. Как вы думаете, стоит ли мне позицию, возможно ли накопить на пенсию? Знаете, этот вопрос, он очень специфик. Я не хочу сейчас в это вдаваться, да, потому что вообще я считаю, что если вам что-то на работе дают, берите. Да? Как говорят, дают, бери, бьют, беги. Doesn't matter, даже если дают вам, скажу, 3%, 3% мы даем, берите, потому что это самое идеальное. Но, конечно, личный план лучше. Но сейчас ответить на этот вопрос, это было бы неправильно, потому что это было бы очень долго. Поэтому я с Артемом лучше на эту тему поговорю в другой раз. Спасибо за комплимент. Да, ну тут есть один больной человек, я по-другому не могу сказать. Комментарий я его просто проигнорирую, потому что, знаете, есть люди... Вообще в социальных сетях нельзя ругаться, да, есть тех людей, которые не ругаются в социальных сетях. Но есть иногда больные люди, которые... Ну, там ничего не остается, как просто проигнорировать этот комментарий, окей? Я всегда говорю так, результаты твоего бизнеса, это говорит о том, как ты себя ведешь. Да, если я нахожусь на первом месте в своей провинции и на 25-м по всей стране, а нас 30 тысяч человек, но это о много чем говорит. Да, и поэтому такие глупые комментарии, как вот этот вот уважаемый Майк написал, я просто игнорирую. Я считаю этих людей глупыми, и, знаете, это только раздражать себя, нервничать. Не, для меня это не нужно. У меня достаточно клиентов, которые меня уважают и ценят. И я очень люблю и уважаю своих клиентов. И для меня это намного важнее, чем отвечать на такие глупости какого-то человека. Александр Блифанес. Государство – это не мы, это они. Согласен, Александр. Ну вот Сергей Хюман написал приятный комментарий. Вот это я считаю правильно. Человек говорит из опыта. Давно с ним работаю. Очень часто помогал ему с финансовой стороны. Человек ведет себя правильно. Очень правильно. Могу только дать ему комплимент назад. Спасибо, Сергей, за ваш приятный комментарий. Окей. Ну, Марина Гофман написала один комментарий, не знаю даже, как прокомментировать. Пока оставлю это. Всем, пожалуйста, все, кто говорит спасибо. Спасибо за все комментарии. Ну, знаете, я должен быть позитивным, да? Во-первых, у меня нет причины быть непозитивным. Слава Богу, у меня все хорошо. It's all about blessings. Я всегда говорю так, я этого не заработал, мне не заслуженно хорошо. Но важно воспитать детей правильно, вести себя с финансовой стороны правильно. В любой семье есть проблемы, конфликты, их надо просто решать. И я считаю, что это очень важно. Необходимо выставить видео, ну, может быть, и выставлю. Окей, ну вот вроде бы и все, вопросов больше нет. В любом случае, всем желаю всего самого хорошего, Божьего здоровья, Божьего благословения, здоровья, чтобы все у вас было замечательно в ваших семьях. Живите дружно, любите друг друга и до следующего раза в виртуальном мире. До свидания.